Друзья, очень радостно видеть такое количество поклонников у таланта. И хотя, мне кажется, у Ии может быть еще большее количество поклонников, потому что человек этот удивительный. Когда мы с ней познакомились, вот первая прочитала авторский лист, который Ия любезно накидала, так сказала, ну я там вот что-то накидала, вы прочитаете, посмотрите, может быть, что-то убрать. Первые строчки. Я долго хотела начать рисовать, да, но не рисовала. Знаете, когда потом с Ией познакомились, я не поняла, почему Ия не рисовала. Вероятно, она была занята очень важными делами. Вероятно, вы знаете, что это за жизненные проекты были, потому что Ия, помимо того, что талантливый художник, она очень талантливый организатор. Это насколько, я не знаю, поддержите вы меня или нет, вот мое мнение за то время, когда мы с ней познакомились. Это очень требовательный человек, требовательный и к себе, и к делу, которое делает. И вот то, что она прекрасный организатор, свидетельствует количество зрителей на открытии. Кстати, этот проект «Мой талант», он имеет определенные условия. Тот автор, который на своих выставках соберет большее количество посетителей, он получает право в следующем году сделать свою персональную выставку уже в большом зале арт-зала музея города Бердска. Я думаю, что и я вполне реальный претендент на главный арт-зал. Главное, чтобы работы у нас к этому времени были собраны от всех друзей, у которых они гостят. Ну и, конечно же, я вас поздравляю. Вы действительно талантливый человек. Я думаю, что так как это еще начало, насколько мы понимаем, впереди еще у вас очень-очень много. И вы откроете этот прекрасный художественный мир не только для себя, но и для многих других. Тех, кто боится начать рисовать. Потому что сделать первый мазок – это, наверное, великая смелость. Да? Я желаю вам удачи на этом пути. Желаю всем приятно сегодня провести вот это мероприятие, получить удовольствие, впечатления, фотографии, которые потом будут сопровождать вас еще какое-то время и дарить вам это позитивное настроение.